Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы продолжаем показ телевизионных спектаклей, созданных по вашим письмам. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить всех, кто написал нам. Писем очень много, письма разные, но главное ли это ваше отношение к тем нравственным проблемам, которые мы поднимаем в нашей передаче. Мы заметили, что чаще всего нам пишут люди, нуждающиеся в совете, помощи. Или люди-одиноки, которым есть поделиться пережитком. Вот у меня в руках письмо, написанное москвичкой. Фамилию она не указала, адрес тоже. Это и понятно. Потому что события, происшедшие в семье этой женщины, еще не стали прошлым. Письмо это показалось нам интересным. Многое из того, о чем в нем написано, встречалось в нашей почте и ранее. Поэтому мы решили воссоздать в нашем спектакле ситуацию, которая произошла в семье, назовем ее «Коньковой».